Давайте, релогайтесь, ману, пейте, смотрите, чего бафа мне хватает. Сейчас там каноп заходит. Кушайте рыбу. Давайте, уже идем на доп ЕП. 2,5 часа соскую. Ну, Ваня, каноп тут подходи. Ну, давайте пока бафы. Каску нам придет за бафы. Да не, Слав, ну там если разобраться, то он его ноуф полил, это ноуф дал, да ему хотел зайти. Да хуйня, ноуф не может оно вообще навара быть никак. Да оно ж не агильное. Да ребят, оно бис вообще навара, вы чё? Оно бисовое навара. Да не, ну чё, буду кидать людей, ладно, зайду там отдам к своему. Да это хуйня. Дайте там каску, чё там ещё там, дайте. Никогда и каску охотникам шаманам. Пристаба вставите, лапка есть, МП5 тоже вроде есть. Что за кого-то кажется там человека кидать, тем более за еди. Да кого кидать, я не знаю. Смысл. 50% да нет. Это бисовое как. Не, ну я на моей че-то новости сидя наролил, оно, ну, не очень. Хаба, ты тут? Дайте им попасть по пристам. Хаба, подходи, тебя ждем. Давайте, все готовы, идем на низ. Давайте, хилимся. Можете присту кулак дать, просит. Потом, деда там, подходи. Давайте все глыбы будем под босс носить, на ком освобожденка тот курит, хилы, освобожденка, милики, там скажу, сколько стаков набирать. Ох, 4 хила из 5 милики, 2 стака вообще прям. РД не хлопайте по рейду. Там один шаман хилит. Смотрим, притяжка сейчас будет готовиться, сбегать 2 секунды. Беги, малыш, бежим. Беги. Вы чувствуете, как лейтенант... Фидо, дайте синдру, сейчас будет взлетка. Давайте, дотайте. Рейд наверх, метки вниз, фридом по БДК. Давайте, смотрим метки, метки вниз. И на двух танках. БДК. Слева далеко будет. Слева далеко, там аккуратно бейте глыбу. Смотрите сами ее глыбе. Бейте центральную, там самую центральную бейте, сразу разбивайте. Там не стопайте, самую переднюю прям бейте. Пайк вы сейчас разобьет. Давайте, разбивайте. Давайте, разбивайте, все нормально. Так, 3 хила, милики, 4 стака максимум. Смотрим, сейчас притяжка будет, готовьтесь бежать. Тяжко, бежим. Хаба, ты с вами? Вылетел, вылетел. Так, 2 хила, милики, нормально. Бейте, синдру.
Так, дота сейчас звездка будет 10 секунд. Да, это звездка. Фридом БДК. Рейд наверх, метки вниз. Смотрим глыбы. Давайте вниз идите. Прячемся за контроль, за который прячемся, не бейте. Бейте точечно без дота. Печеньку не бейте. Слева падает, слева по центру. Бейте самые правые. Справа падает. Правые бейте. По левой стоп, справа между склепами падает. Бейте правые склепы. Слева падает, по левым стоп бейте. Бейте центральные, бейте правые. Все разбивайте. Давайте разбивайте. Два хила, милики, бейте. На третьей, третьей стадии там РТД ничего не хлопает, максимум хилы, я расскажу, кому стакать. Да, это сейчас будет притяжка. Готовься, бежим. Теперь почувствуйте. Давайте, фаза пошла, под босса несем, смотрим, на ком скреп будет. Так, три хила собачонка, шаман под босса, ушли милики, разбивайте сразу. Сразу бейте. Следующий тоже под босса будет, притяжка, следующий не бить. Давай, под босса несем, смотрим, на ком. Шаман под босса, ушли милики. Не бейте скреп. Кильте БДК. Следующий под босса. Ушли милики. Убивайте. Под босса. Так, под босса ушли милики. Без Герова? Дайте рост. Под босса. Еще чихнул. Притяжка, не бейте. Почти. Давайте, нормально. Дайте им на хп. Не бейте следующий под босса, милики, стойте, курите. Все, разбивайте под босса СДПР, ушли милики. Разбивайте сразу. Следующий под босса. Давай Дашкину. Под босса Лисак. Лисак. Сразу разбивайте. Лисак. Давайте, разбивайте. Следующий под босса тоже несите. Шо все собачонки? Сюрприз, под босса ушли милики. Там как держит. Разбивайте, следующий под босса. СДПР под босса, ушли милики, не бейте, будет притяжка. Дайте гимна на хп еще, если есть. Не хлопайте в рейде. Давайте бежим. Следующий, разбивайте под босса, несите милики, курите. Давайте, под босса, кто там? На, в сторону уже вынесли. Ну, милики, идите, ковыряйте скреп, следующий под босса несите. Не успеем. Дашкин под босса, дайте на него капельку паладина, ушли милики.
Скидываем стаки. Давайте, скидываем, развивайте. Следующий тоже под босса несите, ДПС вообще мало. Под босса. Давайте, развивайте, следующий в сторону озираете. Разбивайте и добивайте. 10 секунд до притяжки, прям бейте, бейте. В сторону Розелла. В сторону Розелла, в сторону. Никуда не отбегайте, просто добивайте. Там притяжка, не притяжка, бейте так. Я тоже подстакаю, чуть бейте. Блин, 20 секунд и побежали, а так бы убили. И стоят, так, раз... небо смотрит. Ну, ну, резайте. Бейте скрепы там, резайте. Ой, блин, ребят. Иди сиди собачонок за бой. Капец, лучше бы я на ханте оставался. Нормально. Разница. Объясните мне, пока разрулю. Коготь, рольте шею на мой спек. На оф спек. Какой вару на оф спек? Да вы обкурились, блять. Да нет, это тайм рулит. Сука, на рогу кожу оденьте роговскую, блять, навара, сука, и бегайте, блять. Ваня, куда столько? Подожди, ну? Кинурол, подожди. Ну, успех это вообще. А, успех. Сейчас косяк. Ну, паладин туда. Сейчас потом. Так, покорите взрывателя. Что-то с этого рейда. Где-то первый токен на ШП. В этом рейде. А я два токена забрал. Блин, Ваня, это офф спек. 10%. Сейчас что-то... Вали, ебаш. Что-то не то. За всю хуйню. Мама! Накидывает за тапки там. Ладно, Марат, я после лича отдам колечко. Что тут? Ну давайте, спекайте обратно в ДДшек. Разбирайся. У тебя второй СРС-ка, что ли? Ты хер его знает, по-моему, стелка. А, зови. Помню уже. Че там, в 3 хила захилить или 4-м побыть? Даже не знаю, что там шаманы. Есть наложить? Ваня, ты можешь мне зачарить руки? Не, я не сейчас. Ну, давайте в хиле побуду на всякий пожарный. Давайте по станам, сейчас я разберусь. Каноп, ты тут? Трусы постанешь? Или печеньку тебе? Ну что те, что первое, там печенька и... Ромбик давать там, ну, роги или коту, потому что им комбо поинт тоже надо набивать, чтобы застанить. Фулл баф, ребят. А, они на любой могут набивать. На трусах тоже. Ну, просто пока они набьют на трусах, она же последняя хватает. Вот, летит. А если в одной точке стоять, то там не важно. Если убегают, конечно. Так, давайте станы. Первая волна, валькир станы, майфрейм печенька, актуалы ромбик, вторая, уретрик третьи трусы, вторая волна валькир, майфрейм печенька,
Алдеран Ромбик, вторая Валькира Дашкин, третья трусы. По диспелу. Шаманы, кто вас там подиспелить может? Так вот, для справки. Рога и Кот — это персонажи, которые могут все волны ставить подряд. Ну, Бу станет всех, но так, Ромбик, трусы, Бу станет. Шаман, кто там подиспелить может с вас? Василиска или Мегаутер? Кто там? Но я не диспелил никогда, поэтому... Ты темпа диспелишь? Лол. Он же не верит. Ты там болезни так диспелится. Тогда надо кого-то заменять. Вы гоните? Ну, Василиска подиспелит. Так, друиды теперь инеры. Алдеран Василиски конскюрит Утеру. Ну и все. Ну, чек на пол вроде забафаны. Что там не хватает, Дима? Дайте каску Вару. Что там не хватает, пишите. MP5 раздайте. Кресты там раздайте, кресты, каски. Не, у меня нет. MP5 по друидам тоже дайте. Хаба, ты тут? Давайте, все тут запустил Лича. Хаба, будешь диспелить Шаркающего второго, я на него ромбик поставлю, будешь его диспелить. Слышишь? Тут им ставить замедление Лема? Тогда можно поставить таких. И ледяные боковы ударить, его тоже замедляет неплохо. Ну тоже, которая незамедленно будет дальше лететь, ту можно ставить. Быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти... Давайте там отходите от Лича. Запустил 20 секунд. Молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я не могу атаковать эту цель! Я оставлю тебя живым, чтобы ты не видел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение. Вот, смотри, заряд. Ловчая ловушка сейчас будет на ком-то. Милики, милики, ловушка, РД с печеньку. Милики, ловушка. Шаркающий в рейде. Так, чума 2 секунды, чуму выносим, чума на тотем. Тотем. Диспел тотема. Смотрим, ловушка сейчас будет. РДД. Там если кто-то не убегает, все равно диспелить его. Пусть лучше не умирает. Так, смотрим, ловушка сейчас будет. РДД. Чума 2 секунды, чуму выносим. Чума на конскюрит. Диспел. Так, ловушку смотрим. Ловушка на РДД. Милики, подходите. Так, шаркающий вылазит. Сейчас будешь этого шаркающего второго диспелить. Смотрим, ловушка сейчас будет. РДД ловушка, РДД. Смотрим, чума 2 секунды, чуму диспелим. Конскюрит. Диспел. Все, Ваня, уходи на край с шаркающими, веди к РДД и БДК. РДД, аккуратно, ловушка. Шаркающий в рейд, шаркающий в рейд. Слава, забери шаркающего, попробуем так убить. Давай быстрее. Чуму диспельте по рейду, вставай, вставай. Смотрим ловушку и на край сейчас будем идти. Здесь дайте каплю на БДК, на БДК каплю, милики и ловушка. Дайте им на ХП, быстрее, быстрее. Давайте, чума, лесак, диспел по рейду уже, хер с ним. Диспельте, ладно, чуму, а кто вы диспел, все по рейду. Блять, Слава, забирай. Не то с танком. Слава, забирай, давай. Дайте каплю на Славу, милики, ловушка, сюрприз. Давайте, фаза. Так,
убили шаркающего, диспелим чему? Алдоран, резай быстрее мейфрейма. Диспельте ловушку. Че эту, чему диспельте? Алдоран, резай быстрее. Давайте, забирайте гневного. Дайте бафы на протопала, каску лапу, пристабав дайте быстрее. Присты ханты по сферкам. Блять, ну Дима, ну... Конскюри, резай Джериона. Захилдуем. Дайте ему тоже каску лапу. Присты ханты по сферкам. СДФР гимн на ману, ставьте тотем шаманы. Инри своим шаманом заливайте. Диспельте по рейду. Слава, надо будет прижаться хорошо. У кого капли не на КД? Есть там такие? Мейфрейм, хорошо, кинешь на БДК каплю. Слава, там прижмись хорошо. У него до хера стаков. Я может должен упасть. Давайте, забирайте духа, старого добивайте, печеньку все играйте. Играйте до света, ребят. Кстати, в нового духа переключились печеньку. Духов медленно сливаем, урона мало. Каба, блять, ну бей духов сверху не бежать. Дайте каплю на БДК. Стоим в печеньке. РТД, идем в печеньку. Гневного не трогайте, играем в печеньку. Не успеете вы гневного перевести, идите быстрее в печеньку. Ну ладно, ладно. Давайте в печеньку быстрее. Смотрим, или сливаем. Станы, замедлялки. Сливайте, Рдру, все сливайте. Так, Мирики, скажу, она будет выйти из-под валькира. Давайте выйти из-под валькира, скринение Дарки на кош. Вышли, играйте по валькирам речи. Они не должны улетать. Исак, трусы, печенька. Давайте, печенька, трусы, быстрее. Трусы, все. Убегайте. Блять. Тут я лупаю, парень. Не, ну забежать в лужу. Они упали в свалик в лужу. Ну да. Встали, бежим. Ребята, блять, вот хуй знает, вот много могу сказать, но вот единственное, что я бы вам посоветовал, блять, если вы слоупоки, блять, с слабыми компьютерами или еще с чем-то, или с слабой реакцией, удалите все свои профы. Вкачайте одну профессию, называется инженерное дело. Зачаруйте свои тапки на нитро ускорение, блять. Увидели осквернение, нажимаете. Сука, и в Долоран прям портуетесь, блять. Нормально будет. То, как вы лужи выносите, это пиздец просто. Мне кажется, даже вы с тапками будете их в рейд выносить, блять. Давайте стали, побежали, посмотрите, может валькиры риснулись. Не, они через полчаса риснулись тоже. Не бейте шаркающих, надо там, а то они срываются в рейд. Зачем шаркающих бить? Ну, там, типа, глыбу разгоняют. О, доты вешают. Ладно, не заходите, по телу рисну. У кого там БР без КД? Вардроп. Ну ладно, они должны откатиться. Давайте, подходите там. Ставьте рыбу, кушайте. Дима, не срывай шаркович, ты два удара дал, их сорвал. Давайте, все тут, можно фулл бафтовать. Кушайте рыбу, чек на пул, вас добафывать, я пока запущу, он будет там полчаса лялякать. Да гневного он будет. Майлов, Джерион. Вы там когда хаба бей, этих на переходке гневных. Не надо там. Надо их подбивать просто. Инту пристабав квест. Давайте баф, там инту пристабав, давайте сейчас запустил.
Там Рога напуливает первого, третьего духа, Хант второго, четвертого. Не, ну там, когда сфер нету, можно и гневных побить. Дайте им опять по друидам. И по шаману. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду. Хватка-то огромная, дает. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. А, ну шо? Да будет... Мерезал трэш забирал. Я? Да, давайте бой начинается. Какой? Кто с этого, с Каноба? Не знаю. Давайте смотрим, ложка сейчас будет. Ну как же, ну... РДД? Может, да, когда упал, че шо там? Не ауешь, это по вурдалакам, в смысле. Они на давайте, чему 2 секунды выносим, чума на... Элария. Это должно быть, по сути. Диспел. Так. Ловушка заражения. Мирики. Давайте стоим РДД. Смотрим, ловушка сейчас будет. Милики, проходите. РД тоже проходим. Чума 2 секунды, чуму выносим. Майла. Дисплел. РДД. Сейчас Шарк еще второй выходит. Все, Вань, не забирай больше мелкий трэш. Милики. Охотник, ромбик, и спелиш. Давайте, чума Василиса. Стел. Смотрим, ловушка. РДД. А кто оглы капельку на протопала? Блять. Опадайте, все уже. Ну как я так быстро срезаю? Ты же там срезку не отдаешь или рано отдаешь? Там надо срезку отдавать, когда два шаркающих и на одном из них берса. А при чем тут АОЕ? Шаркающие-то на тебе были. Ну так трэш, там АДК до хера, а то они... Ваня, не забираются. Чума убьет шаркарей. 2-3 вурдалака надо. Ну, 3, не больше. С тем временем, как мы переводим. Ну, есть вот эта вот чума, да? Она... вместо того, чтобы прыгать на шаркающего и его дамажит, она будет убивать вурдалака. Тик чумы 5 секунд. Не одна секунда, а 5. Это написано. Первая в мире гильдия убила лича, парагоны. Они написали, есть два способа игры с трэшем. Это все говно забирать. Этот способ очень опасен, потому что это говно будет прыгать по вурдалакам. И к концу переходки у тебя будет живой шаркарь. Он сдохнет на начало фазы, но на лече будет конденсат 20 секунд. Танк охуеет. Это залупа. Ваня, это на удачу Ваня, игра. А игра на 100%, чтобы выжить, чтобы охуенно все было, это один шаркающий, один вурдалак. Сдох вурдалак, а еще одного забираешь. Появился второй шаркарь, не забираешь больше никаких вурдалаков. Все, пиздец. Это написано, все там обосновано. По теории, по тактике, по всем этим цифрам, бля, по всей хуйне. А что еще гильдары говорит? Давно, и все это, ну, знают. А что, вам ДК надо?
Да не, ну ты что-то трэш. Это пара слаживает крыса, надо как-то раньше давать. А, не надо уже, да? Да пока не, ну если там хочешь что-то, можно заменить. Просто, кто-то просил заменить. Ну, так, для справки, мне кажется, что когда ты уделяешь много внимания сбору трэша, ты теряешь ну, контроль за шаркарями, за их исступлениями. Просто два моба. И он один сдыхает, а там остается у тебя один, и вообще, я не знаю. Вот я сейчас про товаром был, есть видео, можете посмотреть. Там, конечно, сдыхал от духов на третьем, но, блядь, шаркари вообще изи. Давайте, подходите быстрее. Ты тут в обычку пошел? Сейчас, если не заварим, тут пытки отваливаются, пойдешь туда магом. А то он майфрейм, где вы там подходите? Сейчас самонете. Дайте шкаф. Я хочу чарку на эту, на. Локти, дайте шкаф. Как эта чарка называется для рук? Сила заклинания. Чарки для рук, так и называется. А потом зачаришь, что там одна чарка. Да я хочу уже, я под городе. Как называется этот свиток, блин? Не можно найти. Кликаните ее. Свиток чар для наручей напиши, блядь. Да и наручи, так для перчаток же. Так и напиши для перчаток. Свиток чар для перчаток. Надо где-то написали. Для перчаток сила заклинания 2. 2, 2 и большие английские поставь. Сила заклинания. Да. Все, смойся. 2 и латиницей прописывать или кириллицей 2 и? Ну, да. Это два слова. Три по украински пишите с этой с точечкой. Да, точно вас найдет все. Ну, ты с точечкой, только большие, через шиф. Ну, сомоньте, поворотите. Найдет за все, блядь. Я нашел уже. О, красава. Видите, не все так плохо. Еще бы. Мы еще грамотно координировали твои действия. Ну, с умой сидит там. Ну так вы же не сумоните. Поняли ж уже. Прикиньте на сумму. Сука. Давайте, если сейчас опять вайпаемся, то это опять 15 минут всякого фигня. Давай, все, повороте тут, давайте. Чек на пул. Глаз до бафа. Там бафа, или чек на пул. Так, Василиска тут. Ну, давайте, надо убивать, короче, а то у нас минус 2 после трая будет. Так, Василиска готова тут. Дайте, добавьте приста баф. Я запустил плечо. Дайте приста баф, присты. Два штуки приставав от 0. Создали. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч. Ты пройдешь... Давайте убиваем, а то опять 15 минут всякого фигни будет, а потом еще двоих искать. Соберитесь и делайте все хорошо. Я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной... Так, кто Аллы и у Редли, готовьте капельки, скажу, когда давать. Да будет так! Герои в атаку! Да, эти 2 секунды боя начинается. Смотрим, ловушка РД. Смотрим, чума 2 секунды, чума на конскюре доноси. Диспел. Смотрим, ловушка. Где-то милики. Милики.
Шаркающий уходит, Ваня, шаркающий. Карлетки, чума. Ваня, забирай шаркающий, в РДД. Смотрим на лучше 2 секунды. Так, чуму выносим обязательно. Мэйп Пейн. Как вы там забираете у него шаркающих, милики? Чё, блядь, Дима, стал там прожимаешь? РДД. Просто стоит. Честно, не знаю, что это было, это надо выяснять. Это залупа какая-то. Я тоже не знаю. Так, шаркающего диспельте. Чумы нету. Оу, капец. Ну все, больше трэш не забирай. РДД, милики, подходите. Чума, 2 секунды. Милики, подходите. Диспельте, человек. Че? Бреди надо диспельте. РДД, ловушка. Все, Ваня, на край иди. Актуалы, давай капельку на протопала. Все, Слава, к нам веди. Что-то дайте им на хп, а чего вы так присаживаетесь? Так, РДД, давайте на край милики. Уретри, давай им через каплю на протопала. Все, на край все ушли. Ох, охотник, диспель, иступление. Да не забирай больше мелкий трэш, пусть шаркающие дохнут. Дайте гимны на ману. Гимны со своим шаманом. Дайте какой-то деф на протопало, если есть. Охотник, диспель. Снял. Диспельте чуму, что-то она падает, это убивает игроков. Диспельте. Ну, сейчас надо поднимать, там, по-моему, подхарм. Так. Нормально, вроде, пытки не вставай сразу. Захиливаемся. Алдран, подойдите к краю, ресни, кого достанешь. Так, понятно, вроде никто не достается. Тогда после фазы Алдран резаешь Розеллу. Конскьюрит резаешь сюрприза. Сюрпризит в центре там валяется. Вы тут Розелла, Конскьюрит. Старого добиваете. Так, сферы забирай, протопал сферы, бейте сферы. Сфера, резайте павших. Вставайте. Давайте все в печеньку становимся. Да. Давайте все в печеньку встанем. Баф, ребят. Перед духом не стоим, сливайте всех. Зачем ты корни? Давайте, сливайте, все три сливайте. Станов нет, давайте станы. Кильте БДК. Сюрприз, ты тут вставай. Вышли осквернения, милики осквернения. Ну чё, валькиры улетают, трусы, печенька. Печеньку играйте. Печенька, трусы, ромбик. Давайте, ромбик стан. Ромбик стан, там я. Играйте в ромбик быстрее. Ах, быстрее. Ух, успели. Все, иди на центр. Давайте, все в печеньку. Стали все в печеньку. Будут валькиры, будет осквернение. Схожу, она будет выйти с центра, готовьтесь. Готовьтесь. Вышли с центра, вышли. Давайте, сливайте, потом осквернение, через ромбик играйте. Ромбик, трусы. Дайте мастаны, дайте гимн на хп, если есть. Давайте, раздайте. Давайте, ромбик, трусы добивайте. Печеньку, кто там? Давайте, хилы, РД на рейнджу, ДК на краю, смотрим, сейчас будет оскорбление. Скажу, милики, надо будет разбежаться. Вышли, милики. Беги, малышка! Ладно, оскорбление на центр, идем, только не получше. Так, давайте все звезды в печеньку. Охотники, трапы, из ловушки, давайте в печеньку встали, сливаем, валькир, сливайте. Сливайте. Через... давайте... две валькиры играем через ромбик печенька. Давайте ромбик печенька, потом трусы, если успеем, то трусы будем заливать. Осквернение, выше сподлича. Давайте РДД кастуйте, трусы играйте. Давайте трусы играйте, добивайте печеньку, добили, играйте трусы. Быстрее. Дайте стан, Танжерин. Давайте, трусы добивайте. Давайте, успеем. Идем на центр. Так, идем в печеньку. Сюда стали, будем на эту сторону лететь.
Вары на АП крикните. Давайте валькиром стан играем. Че-то валькиром встанете, играйте валькир. Давайте стан, стан, стан. Давайте. Вот это мы. Через. Давайте, играйте, сиди, сливайте. А, мана залетим и глутеру. Сейчас, подожди, давайте, играйте валькир. Дайте, трусы, печей, ромбик, добивайте, ромбик. Ромбик, успели? Успели, дайте. Гимн на ману ставьте. Так, сейчас будет осквернение вроде. Хиллер Дэн Рейнджу. Милики вышли. Вышли милики. Хаб, ведем на центр. Давайте валькиром стан, играем валькир, что ДПС вообще нету. Встаньте все в печеньку. Там охотники, трапы, капканы ложите. Давайте, играйте. Печенька, ромбик, трусы. Печенька, ромбик, приоритет. Печенька, ромбик, играйте. Там два шамана. Печенька, ромбик, трусы отпускаем. Ну. Давайте. Вышли под валькира, осквернение. Давайте, ромбик, играйте. Трусы улетели. Играйте, полечу. Вышли, осквернение. Питаем. Идем на центр. Угу. Идем на центр. Так, давайте все в печеньку, валькиром стан, лича, приводим, бьем фул ДД в лича. Встаньте в печеньку. Давайте, играйте. Веди на край, Слава, веди на край. Все на край идем, 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 идем. Идем на край, все на край, бежим, 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 бежим. Дай сакру. Сакру и на край. Только не дохните, блядь. Так, духа, играйте с печенькой, протопал забирает нового. У кого так. Для забея на слабости. Без... Ну ладно, да. Играйте в печеньку. Ладно, пусть будет. Играйте в печеньку, протопал нового духа забери. Играйте в печеньку. Лок СС на БДК. Играйте в нового духа. В новую печеньку. Поставил печеньку. Серый бейте. Если именно ману есть, можете дать. Давайте в нового духа играйте, в новую печеньку. ДК забирай нового духа. Только перед мордой не стоит. Все, давайте в старого духа печеньку играем. Топ по духам, фаза, аспирлилу, это сфера, 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 не бейте сферу. Давайте, добейте печеньку. Блять. Ну блять, не дохните. Давайте в печеньки, потом выйдем, трусы будем добивать. Ходим в печеньки, а не танцуем по кругу. Дайте там пристабафы, пока какие-то бафы дайте. Я, короче, буду молчать хилить, а вы ходите во мне. Стоим тут. Стоим, стоим, бежим. И по настенкой ходите. Да, будет лист, да, листалка. Выйдешь, лиснешь Джерри, он где-то с левой стороны будет валяться. Давайте, резайте ресака, смотрим осквернение шаман. Паладин поймал духа, играйте все в нервного духа по черепку. Давайте, идите к трону. Идите к трону. Кастанет дух и веди его к лечу. Слава, дерни инженерного духа на себя. Ушли с центра. Ушли с центра, ушли, ушли, ушли. РДД, играйте по гневному духу, милики лича бейте. Духи пошли вниз. Присты, ловите духов, Слава, давай, тоже помогай, прожмися только. Ушли за лечом, прячьтесь. За лечением, за БДК прячьтесь. Уходите, служи, не стойте. Добейте гневного духа, алло. Не играйте в лича. Дайте гимны какие-нибудь. Вот это. Каску, кулак, лапу, повар. Давайте в печеньки ходим, дайте там чему.
Бегите резче, блядь, печеньку не видно, что ли? Что вы там? Иначе, как и я, будете навек порабощены этим проклятым клинком. А Том, не умирай там, где ты там? Этот дурак побежал не за тем. Давайте, пробегаем, рейдфловый дух, убейте. У кого там именно ману есть, после комнаты спойте. Так, к порталу ушли осквернения Розелла. Мелизон. Давайте гимн на ману, ставьте тотемы. Протопал попы. Ну, дайте хитки протопала. Ушли к трону. Выше из-под лича осквернения. Лич осквернения, Мирики, выше смотрим на ком. Атон. Стой тут, никуда не веди. Сейчас будет комната. Стой тут, стой, 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 Слава, не веди. Духи летят. Да стой, они сейчас не будут лететь. Сейчас будет комната. Нормально все. Ты забыл, что WhatsApp говорил? Милики не смогут бить потом. Да потом придет, пусть добивают. Давайте в печеньку и идем. Ну, СДПР, где ты? А гимн на ману есть, ребят? Сейчас я дам, после комнаты. После комнаты. Бейте духа впереди. Давайте выходы к порталу идемся. Идите к порталу уже в центре. Конскьюрит. Давай гимн на ману ставьте тотем. Нет, давай гимн на ману. Да, давай, Фотон. Протопал забери, протопал забери. Бабл, бабл, бабл. Бабл давай, в бабле лови. Там берса у лича. Сейчас не восприимчусь. Да, нормально. СДПР в комнате, наверное, сдох, залагал. Вышли, лужа, осквернение. Лужа, лужа. Лох. Давайте стоим, бьем. Давайте, не сдохните больше. Элария, ты тут? Вставай быстрее. Беги к трону. Нет, после комнаты. 10 секунд КД. Давайте, живем. И будем добивать. Ёпты, берса уже. Там давайте, печеньки. Давайте. Ваня, у тебя бабл КД? Да добьют там. Там 10 секунд будет. Стоим в печеньке. Бежим, давай, Сакру. Бежим, бежим. Кто сдох, рай в комнате. Бейте духа, все нормально. Так, надо будет, бежим. Давайте, я не получаю урон. Че вы там дохнете? Алдрат, будем, короче, с тобой в медведях таутить его. Там выйдем, и берса сразу будет. Выйдем с комнаты, сразу же раздавайте. Да, будет 10 секунд еще. Давай, рост. Алдран, иди на другую комнату. Осквернение, отшли от духов. Трон. Забирай, Алдран. Добивайте, 400 тысяч. Ну, а, все, убили. Идем в базу, быстрее, быстрее, быстрее. Падайте. Град всех. Первого трая. Нифига себе, я сам в шоке. Перший лич на вару, ребят. Что такое бомжовый трай? Это просто на первой фазе минус 3 сдохло, чему они здесь прыгали, по рейду пошло. Б
был бомжовый, знаешь, когда я рейд собрал, 6 шп или 5 было. В каждой пати по шп, короче. И из них один только бил духов в комнате. И мы упали, блядь. Все заебись. Вальки никого не... Ну, все разбили. В комнату заходим, в первую, духов никто не бьет, прикинь. И падаем, блядь. Прикинь. Вот это пиздец, я тогда охуел. Чего? Куда пойдем? В РС-ку, наверное. На РС-ку? Вы не устали? Да, я пришел, трясу для онлайна. Пост сдал, пост принял, да? Ага. Да. Можно? Смотри, как я буду воскрешать их и превращать в воинов плети. Они повергнут этот мир. И ты станешь первым. Мне по душе это ирония. Даруй мне последнее благословение. Дай мне силы разбить эти оковы. Здорово. С кем не бачились? Привет. Здравия, видали, то хуй боялись. Ты, Бошка, ты ж оставайся, потанчишь трэш. Наконец я свободен. Все кончено, сын мой. Ты РС-ки, что ли? Пошли. Ну, возьми персонажа с ником Сэмдо. Кто это вообще такой? Да, что знакомое. Ну, точно анимешно. Да, не, в смысле, играл кто-то. Он... Это МКДК. Зашел на профа подамажить магом просто. Потом, после профа мне начал писать за приста своего, что ты мало надамажил этих, блять, как его, слизней. Да это не прицел. Не лутайте, не лутайте, ничего, отойдите от леща, не лутайте. Дайте шкафчик и не лутайте. Леща лутанут. И при том, что не в РК сидел, потом специально ливнул ШП своим. Дайте шкаф. Зашел на магу. Так меня не обогнал по ДПСу. То есть Андрей Ильич какой-то неадекват. А уже лутнуло, ребят. Тут Митриус кинжал. Рольте на мои спектакли кому-то. На успех. Попробуй мне печеньку любую передать, если есть зубычки. Сейчас. На уже, да, да? Да, на успех. Блин. Да, сюрприз, а этот... Вара, дай мне этот приз, дам. Короче, дай мне обмен. Я такой... Огр. Огр, дай обмен. Я лут вижу. Так, рольте печеньку. Да, могу тебе лут дать. Я думаю, никому надо. Рольте конячку. А то надо тебе конячка. Конечно, я ж прошу. Ну, раз.